Если вы хотите узнать, как Diamond Roleplay запускает свой проект в КРМП Mobile, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Когда-то уже знаете, давным-давно в одном из своих многочисленных роликов, которые, кстати, выходят каждый день в 20:00, иногда с опозданием, иногда они выходят прям, знаете ли, вот, буквально в то время, в которое они должны выйти, я уже говорил о том, что сейчас большое количество проектов, они как бы будут переходить на какие-то лаунчеры, на клиенты и на все прочее. Пример тому, допустим, Diamond Roleplay на компьютере, когда, то есть, вот, ты можешь зайти, скачать лаунчер, играть на Diamond Roleplay со всякими модификациями, с голосовым чатом от Diamond Roleplay. В общем-то, все это официально, все это в официальном клиенте и многое-многое другое. Потом подключилась Arizona, потом там, я не знаю, возможно, еще какие-то сервера будут и так далее. И тогда я начал говорить уже о том, что вот в скором времени в самом деле у нас будет такая, знаете ли, лаунчерная эпопея. То есть все проекты так или иначе будут стараться перейти на лаунчер, дабы в случае того, если с GTA сампом что-то случится, не потерять весь онлайн, не растерять, возможно, какой-то доход и вот все-все-все прочее. Но помимо всего этого, также запускаются мобильные клиенты, мобильные проекты, мобильные лаунчеры, и вот все из разряда вот этих вот всех мобильных приблуд. И вот все на самом деле очень сильно ждали Arizona Mobile, то есть этому свидетельствует большое количество просмотров под роликами с названием Arizona Mobile, без разницы, что вы там будете говорить, Arizona Mobile, не Arizona Mobile, без разницы абсолютно, то есть если в названии уже есть вот это вот ключевое слово, то большое количество людей так или иначе зайдет, возможно, подпишутся на телеграм-канал, возможно, сделают все прочие вещи, то есть там это будет, ну, скажем, прямо обязательно, потому что, ну, а как иначе, ажиотаж большой вокруг Arizona Mobile. Также в самом, вот там, знаете, GTA Sampе мобильном существуют уже свои проекты, существуют уже даже свои ютуберы, которые снимают как бы мобильный GTA Samp, причем они снимают это все не с компьютера, просто поставляя какой-то, я там не знаю, геймплей с мобилки и все прочее, вот прям мобильная GTA ютуберы, которые более-менее как-то вроде развиваются, которые даже уже на телефоне монтируют. То есть для меня, для человека, который на ютубе с 2013 года, вот то, что кто-то может монтировать на телефоне и делать это, в принципе, неплохо, знаете, да, в каких-то моментах будут рваные склейки, в каких-то моментах будут, возможно, переходы немного такие, знаете, ну, очень зашкварные, шакальные, вот все-все-все в этом роде, но сам факт того, что уже есть люди, которые в самом деле поднимают аудиторию в мобильном GTA Sampе, это, конечно, все да. И также существуют, уже начали появляться мобильные КРМП проекты. Был там этот, я не знаю, Black Russia, вроде там сейчас Сантропе что-то создает, у Флин Ролиплей или там у Морда Ролиплей, я точно не помню, есть также свои КРМП проекты. То есть КРМП проекты в мобильном GTA Sampе, это прям вот такой, знаете, тут тоже достаточно много собирает оно просмотров, и непонятно на самом деле почему, потому что, ну, я уже говорил о том, почему мне не нравится КРМП в большом количестве видеороликов, постоянно отсылал к одному своему видеоролику на канале, то есть и вот те ролики постоянно критикуются за то, что, мол, ой, да ты чё, да КРМП это нормально, да КРМП это вообще классно, ты просто ничего не понимаешь, и вот многое-многое другое, но ладно, на этом мы забьем и просто представим, что вот, ну да, вот есть вот такой вот ажиотаж. И недавно появилась такая, знаете ли, новость, что Diamond Roleplay совместно с каким-то там, знаете, тоже, видимо, мобильным проектом или что-то наподобие того, Inferno Roleplay, они также будут открывать свой сервер в КРМП. Почему? Зачем? Нахуя? Ведь у Diamond Roleplay нету даже еще своего вот GTA самповского проекта. То есть такого проекта у них до сих пор нет. То есть, ну да, у нас нет своего собственного лаунчера для мобильного вот этого GTA сампа, но у нас будет КРМП. А КРМП это как бы почти как самп, только КРМП. Заходите, да, вот заходите. Все, Arizona уже есть, а есть там даже уже какие-то свои вот эти проекты по типу Сантропе и всех прочих. У Diamond такого проекта нету. И они, тем не менее, открывают КРМП проект. Там вместе, в коллабе, там, знаете, в фите, в каком-то сайфере, возможно, с Inferno Roleplay. Я, если честно, не знаю, что за Inferno Roleplay, что там вообще за люди стоят у всего этого Inferno. То есть я вообще вот в самом деле, если быть с вами вот прям максимально честным, первый раз слышу, что есть какой-то Inferno Roleplay. Если кто-то из вас, возможно, на нем играл или знает вообще, что этот проект из себя представляет, просто, ну, напишите в комментарии, что ли, потому что я нашел максимально мало информации. То, что я нашел, я в любом случае вам рассказать обо всем этом не могу. И зачем
Вот лично я не понимаю, Даймонд, зачем, будучи, не запустив еще свой GTA самповский проект на мобилке, свой лаунчер и все прочее, открывать какой-то КРМП проект? Возможно, это как-то более прибыльно будет или что-то вроде того. Я уже начал думать над тем, как они могут назвать свой КРМП проект. Diamond Inferno, Inferno Diamond Roleplay, там, знаете, КРМП и все такое. Но у меня есть один, знаете, такой стопроцентный вариант, который никогда не выгорит, это КРМП Mobile. То есть КРМП Mobile, я думаю, что многие будут вот такой искать в поисковике, то есть это сразу же SEO, SMM оптимизация и все прочее, то есть сразу же, то есть название само себя продвигает за счет того, что это типа КРМП Mobile, а люди вроде там где-то слышали, что есть какой-то КРМП, есть какой-то Mobile, есть какой-то КРМП Mobile, они туда заходят, сразу видят сервер, то есть сервер своим названием сам себя тем самым продвигает. То есть это на самом деле неплохое название, если кто-то смотрит, допустим, из представителей Diamond Roleplay или, допустим, Inferno Roleplay, то можете, разумеется, взять все это на заметку, поэтому как бы вот что-то наподобие того. Однако я больше тут ничего вам сказать не могу. То есть это чисто моя какая-то выжимка всего того, что я смог услышать, всего того, что я смог, возможно, увидеть и всего прочего. Посмотрим, поживем, увидим, что там будет дальше с этим Diamond Roleplay, с этим Diamond КРМП и со всеми вот этими прочими делами. Потому что мне это, ну, как-то забавненько, странно, что ли, немного, что Diamond Roleplay, проект, который еще не открылся в мобилке, то есть в GTA Sampe обычном, открывает свой КРМП проект. Для меня это прям очень странно, но если у вас есть мысли, идеи по этому поводу, то, как бы, пишите в комментарии, я все читаю. А также Arizona Roleplay Phoenix, сервер, на котором был заснят этот геймплей, айпишник находится в описании. Там же ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому если вас все это заинтересовало, заходите, смотрите, подписывайтесь и делайте все остальные вещи. Всем спасибо за просмотр, всем пока.